учит то, что свободу слова, то, что надо быть нестереотипными. Учит, чтобы мы не дрались, не обзывались, не матерились. Он похож на Хагрида, волшебника, своим ростом и бородой. Судьба меня привела в педагогический колледж, в котором было место на бюджетной группе только лишь на учителя начальных классов. И я вот здесь. Пришел работать в свою школу, которую я закончил 2 года назад. И будучи мне 19 лет, я сам был, можно сказать, ребенок. Мы с ними разукрашивали какие-то раскраски, мы что-то рисовали, мы бегали, играли. Первые мои дети собирали различные статуэтки из Marvel. Я стал собирать эти статуэтки вместе с ними. То есть, и было это вау. Это? Это что за птица? Это не птица. Поначалу, конечно, родители были, прям, мягко говоря, в шоке. Внешне я им никак не подходил. Большинство родителей сразу забрали документы, перевели детей в другой класс. Это прям по самолюбию било прям вот очень сильно. Все, отдохнули, а теперь снова за работу. Когда я первый раз увидел Павла Николаевича, мы заходили с мамой в класс. У него был пирсинг на брови, и мне сразу показалось, типа, как же, какой же он мужественный, храбрый. Раз мобильник. Два мобильник. Пейджеры. 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 Современным можно быть нужно быть не только внешне современным, но и внутренне, то есть готовым к переменам. Для многих людей, для многих учителей поменяться, измениться – это очень тяжело. Но я стараюсь меняться. Да, нужны телефоны. Я найду такой подход, метод, чтобы телефоном мы могли пользоваться на уроке как средством обучения, а не как игрушками. Контрольные работы мы пишем только через телефон на естествознание. Прекрасно, что мы не тратим бумагу для того, чтобы поставить 4 галочки на одном листе А4. Если я говорю «молекула 2», вы соединяетесь по сколько? По два человека. Если я говорю атом, вы снова разбегаете. У меня есть свои фишки какие-то, есть своя манера общения. Я не привык с детьми общаться. И, там вот ты мой маленький, ты моя маленькая. У нас с ними совсем, все совсем по-другому. Привет, красотка, привет, рыба и так далее. Поднимите руку, кто помнит, сколько клеток нужно отступить от прошлой работы, чтобы начать записывать. 4 клетки вниз отступили. Павел Николаевич нас учит дружить друг с другом. Нужно помогать друг другу, если что-то не получается. Но только не давать списывать, и вот что. Я однажды решил завязать со школы. Целый год я не работал в школе. И понял, что школа — это мое. Я прям хотел, я ждал сентября. Совершенно другое представлял. А получилось намного лучше. Даже лучше, чем в моих самых смелых фантазиях о том, кем я могу быть.